Приветствую вас, и чтобы говорить о том, стоит ли вам писать молодому человеку или нет, нужно лучше понимать характер ваших отношений в целом. То есть, что это за отношения, как вы себя поставили в них, как он себя в них поставил, насколько вы тесно, тепло общаетесь и так далее. Потому что вот на данный момент это ничего непонятно, исходя из того, что вы написали. Ну, по крайней мере, для дачи советов именно этого явно недостаточно, того, что вы написали. Потому что если, например, мужчина воспринимает тот факт, что вы ему пишете как-то негативно, например, для себя, или негативно для вас, да, то есть вы его, ну, условно говоря, вы его там, вы себя обесцениваете, например, если пишете ему, вот, первое, то тогда, конечно, писать не стоит первый. Если же он спокойно воспринимает эти вещи, то тогда почему бы и не написать, в этом нет ничего плохого, на мой взгляд, наоборот, это хорошее подспорье для взаимодействия с молодым человеком и так далее. Как вам, в принципе, кстати, правильно сказала эксперт. Вот. Но меня больше заинтересовал другой аспект проблемы, которую вы написали. Этот аспект, он связан с тем, что вы пишете, будто боитесь, что мужчина предпочтет более старших женщин вам. То есть он будет встречаться вместо вас, да, с женщинами постарше. То есть вы боитесь. Ну вот, собственно, возникает вопрос. А почему же вы боитесь? Откуда у вас страх? Вот этот вот самый страх того, что молодой человек с вами общаться не будет. Смотрите. На данный момент вы общаетесь с ним, если я правильно вас понял, хорошо. То есть никаких проблем, нареканий в общении у вас с ним нет. Общаетесь с ним неплохо, и в принципе все идет, ну, тоже неплохо. Так возникает вопрос тогда. Есть ли предпосылки для вашего страха? Предположим, мужчина не оценит то, что вы проявляете к нему симпатию. Предположим, что мужчина не поймет, насколько вы к нему искренне настроены. И что? Он не поймет, это его выбор, но это его выбор, который он делает осознанно, и это означает, что с вами он счастлив, точнее, с вами он счастливым в любом случае не будет. А если он не будет с вами счастливым, значит, объективно это не ваш человек. А если это не ваш человек, то стоит ли тратить на него свое время и силы? Если да, то для чего? Понимаете, вы боитесь потерять молодого человека, боитесь, что он предпочтет других женщин вам, потому что вы боитесь что-то потерять для себя.
вы не хотите чего-то лишиться в общении с ним. То есть вы придаете слишком много значения тому, что вы с молодым человеком своим встречаетесь. Возникает вопрос. На мой взгляд, совершенно, как бы это сказать, на мой взгляд, совершенно логичный вопрос. А что же это за, повышенное значение? Чем продиктовано такое повышенное значение, для вас, этих отношений? И вам, для того, чтобы перестать бояться, нужно ограничить личную заинтересованность в молодом человеке, а точнее в отношениях с ним, как я думаю, от, собственно, романтических чувств к нему, то есть желание делать его счастливым и стараться для него, стараться просто провести время с ним. То есть я надеюсь, вот этот момент он для вас понятен. Таким образом, получается, что для работы над собой в плане страха вам нужно отделить одни желания и интересы от, собственно говоря, других желаний и других интересов. Если вы сможете это сделать, то у вас все получится. И вы перестанете бояться его потерять, а значит, вы станете свободны. Вы не будете зависеть от его реакции. Вы не будете ожидать, бояться того, что он вас бросит. И это позволит вам строить отношения на равноправных, независимых основах, которые и нужны для того, чтобы отношения были прочными и долгосрочными. А если вы будете бояться, мужчина почувствует, что вы боитесь, и тем самым поймет, что вы в нем нуждаетесь, и с вами можно делать все, что он захочет. Вряд ли это сыграет на пользу вам лично и вашим отношениям. Понимаете, действительно, может быть, стоит молодому человеку написать. Другое дело, какое значение вы этому придаете, тому, что вы написали ему. Если вы, например, ожидаете от него какой-то реакции, обратной реакции на вас, если вы постоянно ждете от него чего-то, тогда лучше не писать, а подумать, зачем вам эта реакция и зачем вам нужно ему писать. А если вы совершенно свободны, просто хотите проявить внимание к человеку, да, как раз таки не тот человек, который зависит от другого, а именно как свободный, независимый человек, ну, тогда, пожалуйста, сделайте именно это. Ну и если уж страх совсем сильный, если вы понимаете, в общем-то, что от него не зависит, и понимаете, что бояться нечего, но все равно он есть, то спрашивайте себя, чем чаще, тем лучше, спрашивайте себя о том, бросил ли вас молодой человек или нет. Понимаете, до тех пор, пока этого не произошло, это есть только в вашем сознании. А если это произойдет, если произойдет, что мужчина все-таки предпочел других женщин вам, это значит, что это не ваш человек, и с ним вам не по пути. Что, в общем-то, тоже нужно воспринимать как результат. То есть мужчина не оценил вас, но это его проблема. Когда-нибудь вспомнит и пожалеет, но будет уже поздно. А может быть, он и осознал, но только понял, что не сможет дать вам того, чего вы хотели бы. И в результате решил просто-напросто отдалиться,
чтобы не переживать синдром потери. Для мужчины это очень важно, поскольку самолюбие у нас часто очень завышено. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.